Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию краткий обзор винтовочной пули от американского производителя Nosler. Линейка Accoubond Long Range LR, так называемой дальней дистанции. Калибр 7 мм, 284, 168 грейн, 10,9 грамм. БК 0. 616. Не смотрите, что у нас здесь написано 0652. В 18 году компания Nosler все, блин, пересчитала и с 19 года понизила, так скажем, коэффициенты. Ну, перепроверила себя. Молодцы американцы, да, потому что, ну, не у всех до этого года, да, как бы складывались все пазлы. Потому что в калькулятор закладывались данные, но не всегда они как бы. Ну, не суть. Вот. Пули выпускаются в коробочках по 100 штук, таких вот картонных. Прекрасные пули. Пули разработаны специально для работы по дальним дистанциям. То есть, по большому счету, это тот же самый Accoubond, но с более прекрасными, более хорошими характеристиками по БК. Вот. Пули Accoubond Long Range Bullet, да, то есть это новая линейка пуль от компании Nosler, ну, относительно новая, да, по сравнению с теми, что они выпускают уже там десятилетия. Форма Accoubond LR, такая вот специфическая оливка, вот, позволяет добиться максимально возможного баллистического коэффициента по сравнению с другими пулями, ну, такого же калибра и веса. Ну, на самом деле это так. Вот. Уникальная коническая геометрия, да, то есть оболочки запатентованы, термокомпрессионный метод способствует быстрому раскрытию, да, эффективной передаче энергии, сохраняя достаточный вес для глубокого проникновения в жизненно важные органы, да, то есть, ну, сохранение веса здесь до 70% идет. Вот эта пуля обеспечит вам превосходную точность в широком диапазоне скоростей. Вот. Пули были разработаны компанией Nosler, да, то есть, в принципе, в ответ на растущий спрос со стороны охотников на большие дистанции, потому что, ну, все понятно, как бы там и баллистик тип, там, да, там и обычный Accoubond E-тип, ну, все-таки на дальняк они работают не всегда стабильно. Вот. И вот эта пуля была вот специально разработана, вот, и в принципе до 900 метров она работает и дальше, чем 900 метров, да, но вообще 900 метров это ее как бы такая рабочая дистанция вообще. То есть, я бы рекомендовал, ну, естественно, на средней и дальней дистанции работать, по средней, крупной дичи тоже отличная у нее раскрываемость, скоростной режим, в отличие от других пуль линейки, от других пуль компании Nosler, да, то есть, вот, у нее здесь, по-моему, 396 метров в секунду всего. Это гарантированное раскрытие. Ну, конечно, там на дальней дистанции она скорость теряет, поэтому, в принципе, тут минималка 396 метров в секунду, то есть с ней работать вообще прекрасно и отлично. Не у всех она летит хорошо, знаю. Вот. Ну, слушайте, тут, если вы поймаете свою пулю, которая вот хорошо летит, да, то вот, значит, да, ну, все надо экспериментировать и пробовать. У кого-то летит плохо, у кого-то хорошо, сразу скажу. То есть вообще как бы вот форма во всех калибрах, не только семерка, да, там тридцатка и так далее, то есть там и в 6,5, да, там 264. Ну, специфическая, да, то есть специфическая пуля, но вот кому она подходит, да, тот, ну, в принципе, уже ни на что другое не согласен.
Вот, поэтому, ну, что, пластиковый наконечник, лодка-хвост, БТшка, да, то есть, ну, в принципе, классический стандартный Акубонт ЛР. Сейчас я вам скажу, какая длина у этой пули, потому что они все длиннее, чем положено. Так, 38 и 15 миллиметров. Ну, довольно-таки для этого калибра, конечно. Вот, ну, имейте в виду. А в конце своего видео я прикреплю анимацию от производителя, в котором будет показана работа этой пули, там, в графике, так, коротенько. Вот, хороших вам охот, господа, удачных точных стрельб, берегите себя, до новых встреч! Accubond LR. Nosler's new Accubond long-range bullets. The design of the Accubond LR allows for the highest BC possible in a bullet of the same caliber and weight. The unique tapered jacket geometry and proprietary bonding process of the Accubond LR allow it to expand rapidly for effective energy transfer and significant tissue damage, while retaining sufficient weight to ensure deep penetration into the vitals. The Accubond bonding process allows the Accubond LR to perform reliably on game throughout the entire velocity range, eliminating the problem of being too close, often encountered with other high BC bullets. The high-performance boat tail, long ogive, and polymer tip combine to make the Accubond LR the sleekest, flattest shooting bonded hunting bullet ever created.